Сегодня в нашем городе проводится огромный праздник. Праздник настольного тенниса, открытое первенство города Лозовая. Принимают участие игроки нашего города и игроки близлежащих районов. Также принимают участие наше подрастающее поколение, воспитанники ДЮСШ «Юнист». Не так давно в нашем городе открыто отделение настольного тенниса. Вот, ребята уже показывают определенные результаты, набираются опыта. Я займаюся теннисом вже майже рік. Займаюся у тренера Коваленко Тетяни Георгівни у ДЮС «Юніст». Сьогодні мені випала змога зіграти з професіоналами, можна так сказати. Граємо, навчаємось, набираємо ігровий опит. До нас у групу входить дуже багато людей. У нас у групі 16 чоловік. Є також інша група. Ми з нею змагаємось, їздимо до других міст. Дуже подобається цей вид спорту, енергійний, чудовий, класний. Організація настольного тенісу веде свій відсчет ще з минулого року. Постоянно мы выращиваем молодых спортсменов. Постоянно у нас тренера. Сейчас у нас хорошо ведет работу Татьяна Коваленко с детьми. Сегодня мы проводим чемпионат, открытый чемпионат настольного тенниса города Лозовая и районов. Очень много участников, больше 40. Игра, в общем-то, напряженная, уровень хороший. Столов у нас, конечно, 6 всего находится в зале, но возможность есть у нас поставить и 9. Отличный зал, отлично отремонтированный. Ну, нам, в общем-то, все нравится. Thank you.
Так, ура, давайте! Ура! Ура! Есть!